нашем канале мы начинаем программу «В правовом поле». Программа, в которой мы будем рассматривать реальные истории, происходящие с нашими соотечественниками, как в Германии, так и за ее пределами, и требующие вмешательства адвоката. Участником нашей программы может стать любой телезритель. Если у вас проблема, если у вас беда, не откладывайте ее в долгий ящик. Приезжайте к нам, и мы вам поможем. Итак, с вами программа «В правовом поле», ее ведущий Игорь Полик. Сегодня тема нашей программы – трудовое право. И я хочу представить гостей нашей студии. Сегодня к нам приехал адвокат Геннадий Левинский, город Билефельд. С 2006 года это практикующий адвокат, и он будет сегодня экспертом нашей программы. И со своей проблемой из города Дюссельдорфа к нам приехала Диана. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Геннадий. Добрый день. Диана, можно сразу задать вопрос? Мне очень интересно, так как, в общем-то, мы начали нашу программу только вот сейчас. Как вы узнали о том, что вот такая программа выходит и она будет? Я в интернете случайно наткнулась о том, что ваш канал начинает такую программу, и моей подруге недавно случилась проблема, возникла, ее уволили с работы, и я решила просто помочь, и она в полном отчаянии, я хочу просто ей помочь, и приехала к вам на передачу, чтобы рассказать ее проблему. Ну что ж, большое вам спасибо, вообще нам приятно, что вы здесь, потому что новая передача, мы даже не надеялись, что к нам кто-то приедет в гости, и у нас будет сразу вот такая живая и, на мой взгляд, интересная проблема. Скажите, Геннадий, вот вообще трудовое право, это, конечно, очень такой вот большая такая тема, да, раскрыть ее, наверное, за одну передачу нам не получится. Наверное, все-таки, может быть, мы еще сделаем потом пару программ, несколько, именно по этой теме, по трудовому праву, как вы смотрите? Да, конечно же, несомненно, трудовое право имеет много разных проблем, и поэтому, конечно же, за короткое время мы не сможем здесь осветить все проблемы, которые существуют в трудовом праве, но, тем не менее, попытаюсь вам рассказать то, что будет необходимо, и то, что касается конкретно вашего случая. Хорошо. Диана, ну, а вкратце можно рассказать, вот что произошло с подругой, что вас к нам привело? Проблема такая. Подруга отработала в экспортном отделе менеджером по оптовой торговле 12 лет на одной фирме. Ее в один момент просто она ушла на больничный, пробыла на больничном 14 дней, и в этот момент она вдруг получает письмо, причем без какого-то адресата, вернее, адресат был, но письмо было отправлено не постально, то есть не почтовым способом, а было брошено просто в почтовый ящик ей. Там было просто написано, вы вот сегодня на завтра вы уволены. То есть она просто письмо нашла в почтовом ящике? Да, то есть письмо она просто нашла в почтовом ящике, не было никаких штампов, что его каким-то постальным способом отсылали. Вот так вот все. И она в это время находилась на больничном, что самое интересное. Да, да, она находилась в это время на больничном, и письмо было подписано работником отдела кадров. Причем подпись была, я сама видела это письмо, подпись была абсолютно неразборчивая, там были какие-то две каракули, ничего нельзя было разобрать там. Вот интересно, Геннадий, кстати, а можно так вот просто вот взять и послать письмо о том, что просто почтовым ящиком, 55 центов стоит марка, да, там наклеить и послать сотруднику бывшему о том, что он уволен, больше на работу не выходи. И я так понимаю, что они ее уволили за один день, да? То есть день, да, день. Было написано без соблюдения сроков. То есть по-немецки это называется фристлес. Угу. То есть ее уволили сразу. Да? Просто, да, получила в один момент. Просто. Вообще это нормально вот так вот послать письмо? Просто послать письмо? Ну, в принципе, конечно же, любого сотрудника с работы, в принципе, можно уволить, если на то есть причина. Но это исходная позиция. Тем не менее, вопрос, как увольнять, если я вас правильно понял, письмо здесь было переслано по почте или там не было вообще никакой марки? Нет, не было никакой марки, не было никакого штампа, оно просто было брошено в почтовый ящик. То есть оно не было отправлено обычным способом почты. Ну, то есть письмо, конечно же, увольнение, как любое письмо, здесь не важно, каким способом оно попадет к самому рабочему или сотруднику. Очень важно в этой связи, чтобы само увольнение дошло до сведения сотрудника. Если в этом случае само увольнение было просто брошено в почтовый ящик, этого достаточно для того, чтобы ознакомить сотрудника с увольнением.
Вопрос, который возникнет, конечно, может возникнуть в рамках судебного разбирательства, сможет ли работодатель действительно доказать, угу. что он это увольнение доставил. Ну, в таком случае работодатель, как правило, пользуется какими-то сотрудниками в качестве свидетелей, которые бросили это письмо увольнения. То есть, угу. в принципе, уволить, конечно, можно и забросив обычным письмом, без марки, даже в почтовый ящик. То есть это правомерно? То есть. Это не является какой-то причиной для признания увольнения недействительным. Понятно. А вообще можно увольнять человека вот во время болезни? Во время того, что он находится, вот я так понял, что она находилась на больничном. Она находилась на больничном 14 дней. 14 да. дней на да. тот момент. И вот во время болезни, вот бытует такое мнение, что человека уволить во время болезни ну как бы нельзя. Или да. это все? Конечно же, такое мнение существует, но, как правило, увольнение во время болезни тоже будет правомерным. Скажем, для увольнения для работодателя не играет большой роли, является ли сотрудник здоровым или он является больным. Здесь очень важно, есть ли на то причина для увольнения или нет. А вот вообще работодатель должен формулировать причину увольнения вот в письме в данном случае, когда он... Вы имеете в виду в самом увольнении? В самом увольнении, да. В самом увольнении работодатель в принципе не обязан указывать причину увольнения. Но если дело доходит до судебного разбирательства, то, конечно же, в рамках судебного разбирательства он обязан будет указать, что явилось причиной для увольнения. И это в подробной форме. Ну, в письме было написано, что вы уволены по причине вашего поведения. Это стояла была, причина? Это вся была... Нет, причина была не указана, она не была указана. По причине поведения? Просто по причине вашего поведения. Интересно, что такое причина поведения? Что такое вообще же является причина поведения? Ну, причина поведения это могут быть... Причины поведения могут быть разные. Уволить по причине поведения сотрудника, конечно, можно. Типичная причина, по которой увольняют, связанная с поведением, это... Грубое нарушение трудовых обязательств. Это, к примеру, кража на работе. Это такая вот причина, связанная с поведением. Например, если сотрудник пришел на работу и украл какую-то вещь, то его могут сегодня на завтра уволить с работы. Это вот такая может быть причина увольнения. А вот можно задать сразу вопрос вот по краже. Если кража произошла, кто должен зафиксировать этот факт кражи? Ведь это же тоже спорный вопрос. Ну, в общем-то, есть два способа зафиксировать кражу или зафиксировать нарушение связанное с уголовной ответственностью. Самый простой способ, которым пользуются работодатели, это люди вызывают полицию, работодатель вызывает полицию, фиксирует сразу на месте факт кражи, и тем самым это будет являться доказательством в трудовом разбирательстве. Или вторым доказательным средством, которым пользуются работодатели, они привлекают других сотрудников, которые подтверждают факт кражи. В качестве свидетелей. В качестве свидетелей. Хорошо. А вот тут вот еще интересный момент, Диана, всплыл, да, о том, что что-то была неразборчивая подпись, и да. я так понял, что это было все, в общем-то, не работодателем самим. Не... Да, то есть было письмо подписано якобы работником отдела кадров, подпись была неразборчивая, фамилия непонятна, то есть и в письме было просто написано по доверенности, что по-немецки означает Informacht, и написано было две маленькие буквы и точка, большая фау. Геннадий, кто вправе увольнять? Что, вот так можно уволить? Вот начальник там отдела кадров или кто там увольнял? Да, договоренности никакой приложено не было, то есть абсолютно. То есть по доверенности? Да, по доверенности, но самой доверенности там не находилось. Да, то есть если, конечно же, работодатель, если это юридическое лицо, там есть у него какие-то управляющие органы. Управляющим органом юридического лица является директор. То есть, в принципе, в исходном варианте вправе увольнять только директор компании. Но он может, естественно, поручить увольнение другим сотрудникам, таким как работникам отдела кадров. В таком случае, если директор поручает работникам отдела кадров увольнять сотрудников, он должен выдать ему определенную доверенность. Вот. И при увольнении, если увольнение производится работникам отдела кадров, эти работники должны приложить доверенность к самому увольнению. То есть к письму, вот к уведомлению уже. К письму, к самому увольнению должна прилагаться доверенность. Если доверенность приложена не было, то есть определенный способ защиты от таких увольнений. Увольнение можно отклонить по причинам
не предоставление доверенности. Здесь очень важно в этой связи, конечно, указать на то, что таким защитным средством можно воспользоваться незамедлительно. Незамедлительно, то есть в очень короткий срок. То есть моя подруга сейчас вправе, это случилось 2 недели назад, то есть она сейчас может опровергнуть, есть какой-то срок, да? Какое-то опровержение. Определенный срок. Да, то есть если ваша подруга получила доверенность, в котором стояла по доверенности, и доверенность не была приложена, то она должна незамедлительно сообщить работодателю, что я не принимаю ваше увольнение по той причине, что к нему не была приложена доверенность. Плюс вторая проблема, которая существует, которую вы описали здесь в увольнении, это проблема подписи. Подпись должна быть разборчивой, должно быть видно, кем именно подписано увольнение. Угу. Вот. В данном случае незамедлительно, вопрос незамедлительно, это такой правовой термин, и что же является незамедлительно, вопрос спорный. Точно успеть незамедлительно написать письмо, ответ, что увольнение ваше я не принимаю, будет, если это произойдет в течение недели. Вы здесь сказали, что прошло уже две недели. Да. Это уже может быть проблематичным. Но тем не менее, можно попробовать, потому что некоторые суды говорят неделю, некоторые говорят две. До какого срока вообще? Вот до 2 недель и все потом, да? То есть уже потом. Это зависит от конкретных обстоятельств, но в принципе, как правило, больше 2 недель уже поздно. Уже поздно. А вообще, как лучше вот реагировать на подобное увольнение? Ну хорошо, ладно, сразу оспорить. Или там, может быть, она могла бы просто обратиться к работодателю с этим вопросом. Не обязательно сразу оспаривать в суде, наверное, да? Может быть, можно обратиться к работодателю, позвонить, я не знаю, или там выйти и выяснить. Конечно, можно быть очень любезным, обратиться к работодателю, сказать: дорогой работодатель, вот вы меня уволили, сказали, что по причинам поведения, я не знаю, может, вы как-то ошиблись, может, какое-то недоразумение. Как правило, если выходит такое письмо, и такое письмо уже было доставлено, здесь очень важно обратить внимание на то, что здесь идут определенные сроки для вашей защиты, для защиты сотрудника. То есть лучше не рисковать, а сразу принимать меры, обращаться в суд, иск и так далее, к адвокату. Ну, то есть как-то юридическим способом решать эту проблему, а не идти, там, скажем, выяснять с работодателем. Несомненно, вы можете, конечно, в качестве сотрудника обратиться к работодателю, и если вопрос сразу выяснится, скажете, да, он скажет, да, это недоразумение, не знаю, почему письмо вообще было отправлено, то вопрос решен сам по себе. Но это единичный случай, можно сказать, что такое бывает крайне-крайне редко. Как правило, если уже человек получает увольнение, и таким образом, что с ним до этого этот вопрос не обсуждался, ну, здесь вопрос уже становится очень остро, и очень важно подать в течение 3-недельного срока. Трехнедельного срока. Максимально. В течение 3-недельного срока иск в суд, иск по защите от увольнения. Что произойдет, если вы этот срок пропустите, то увольнение автоматически вступает в силу, и есть определенные еще возможности защиты, но это уже исключение из правил. А вот этот момент, что ее написали, причина плохой какой-то ее поведения, это как-то должно быть письменно обосновано, ей должны это как-то документально преподнести. Потому в что... случае подачи в суд документов имеется в виду. Да. Также, да, говорили этот вопрос, в случае подачи в суд, да? Вот при исковом заявлении. Да? Вот. Там и будет обсуждено. Что, или или работники, то, что вы сказали, да? Что работники должны подтвердить какие-то 2 работника, да, ее плохое поведение или... Ну, по поводу 2 или несколько, это вопрос, существует тоже мнение, что в суде обязательно необходимо иметь 2 свидетелей, минимум 2 свидетеля. На самом деле это не так. Может быть и 1 свидетель, этот свидетель может быть родственником. И вопрос обычно в свидетелях возникает не в количестве свидетеля, а в том, что эти свидетели скажут. Как и какое впечатление они оставят у суда? Я просто к чему веду. Если она считает, что она ничего такого не совершала и поведение свое считает приличным, может ли она как-то опровергать это или как-то попытаться или доказывать, да. Есть ли у нее какие-то шансы, какие-то возможности? Ну да, вообще, кто должен доказывать правомерность вот, увольнения? Как, да, как-то она может себя вот, оправдать? То есть, в принципе, сотрудник не обязан
сам себя оправдывать, если его уволили. Как правило, подается при подаче иска в суд по трудовым вопросам. В иске указывается, что причин нам неизвестно. Нам было указано только, что в увольнении написали по причинам поведения. Какие точно причины увольнения указаны не были. И поэтому мы считаем, что увольнение недействительно. И этот иск, который мы подаем в суд по трудовым вопросам, он доставляется работодателю. После этого работодатель должен в определенный срок дать ответ, какие же именно причины поведения явились теми причинами, которые привели к увольнению. Работодатель должен точно указать, какое именно поведение, какие именно причины явились теми причинами, которые привели к увольнению. А можно их оспаривать в суде, кстати? Вот эти причины сами можно оспаривать в суде? Или они уже неоспоримые, то есть написано, все? Конечно же, если работодатель чего-то утверждает, он должен это доказать. Доказать. Если он доказать этого не сможет, то увольнение будет признано недействительным. Понятно. Ну а вообще, вот как бы сказать, если не реагирует человек и идет сразу, скажем, ну с этим вот увольнением, с письмом в данном случае, сразу на биржу труда. Ну понятно, надо за что-то существовать. Надо как-то оплачивать квартиру и так далее, и в панике, может без паники, просто вот идет, меня уволили, и все, что происходит в этом случае. Но если человек, не защищаясь, с таким увольнением придет на биржу труда, и там будет стоять, что уволили его по причине поведения, не соблюдая срок, то, что случится, биржа труда скажет, мы не будем платить пока пособие по безработице на определенный срок, сроком до 3 месяца. Это может случиться сразу, как только вы принесете такое увольнение в биржу труда. Поэтому не обращаться и ничего не делать против увольнения в данной ситуации, это самая плохая форма поведения, которая может быть. Самая нехорошая форма. Тогда у меня встречный вопрос. Моя подруга решила после случившегося заняться таким же родом занятий, как она и делала, только оформить фирму на свое имя. То есть в принципе, заниматься тем же продажей товаров, только сама как фирма. У нее в договоре было записано, что она не имеет права 2 года заниматься этой сферой работы. Вопрос к вам, может ли она... Надя, что это за договор такой, когда нельзя заниматься тем, чем занимался, скажем, где-то работая на фирме? И потом после увольнения не можешь открыть подобного рода частную практику или дело. Mm-hmm. Есть такой договор? Ну, действительно, такие договоры существуют. Существуют договоры, в котором прописан запрет конкурентной деятельности. Запрет занятия конкурентной деятельности. Как правило, в таком договоре прописано также, что при каждом нарушении этого условия влечет за собой оплату конфиденциального штрафа. Определенного штрафа это может быть. 2 заработные платы могут быть, 3 заработные платы за каждое нарушение. Здесь вопрос, который возникает с таким условием договора, это вопрос о том, выплачивалась ли работодателем определенная компенсация за такое условие. Потому что такое условие будет действительно только в том случае, если работодатель выплачивал сотруднику постоянно, так называемый в немецком называется «Karenzentschädigung». В процессе деловых отношений. В процессе трудовых отношений должна была выплачиваться определенная компенсация за это условие. Если она не выплачивалась, и это большинство случаев, когда она не выплачивается, можно в суде признать такое условие недействительным. Обращаться на биржу труда в любом случае по умолчанию уволенный сотрудник будет уже, если указана причина, вот в данном случае увольнение по причине поведения, то есть по умолчанию он уже как бы виноват, и ему ставят какое-то наказание, то есть не выплату там 3 месяца, по-моему, да, 3 месяца. Ну, здесь так однозначно сказать нельзя. Нельзя. Потому что при получении увольнения, конечно же, сотрудник обязан обратиться на биржу труда и сообщить о том, что его уволили. Он должен сообщить незамедлительно. То есть в любом случае он должен сообщить? Сообщить он должен незамедлительно. Вопрос, предпримет ли он что-либо против этого увольнения или оставит это увольнение таким, как оно есть. Если он оставит таким, как оно есть, тогда мы имеем ту ситуацию, что против него могут наложить санкции, наложить санкции и сказать, до 3 месяцев мы не будем платить сейчас пособие по безработице. Хорошо. Ну что ж, давайте прервемся на короткую рекламу, а после рекламы продолжим нашу программу.